Уважаемые зрители, мы снова выходим в эфир телеканала «Союз» из храма в честь священномученика Аркадия Ершова. Напоминаю, что 3 ноября совершается его память православной церковью. И как раз-таки в этом храме сегодня еще и открывается выставка, посвященная этому святому и вообще эпохе гонений и репрессий. Сегодня здесь Андрей Печерин, которого вы хорошо знаете по программе «У книжной полки», как раз-таки занимается монтажом этой выставки. Мы немного ему поможем и узнаем те факты из жития святого, о котором сегодня мы рассказываем, которые для Андрея открылись немножко иначе. Андрей, какие еще, мы немножко ранее уже говорили о том, что житие, которое мы можем найти там, в интернете, где-то в книгах, оно частично основано и на сведениях, которые находились в конкретных органах. А там, как правило, что-то писали под диктовку, говоря, и как лучше сделать, какие еще такие интересные моменты можно выделить в жизни священномученика. Да, вот как раз следственное дело, о котором вы говорите, на основе которого множество составлено жизнеописаний святого, которое оказалось ложным, копия его здесь у нас представлена на одном из стендов. А нам удалось найти дела 22 года и 23 года, когда священномученик находился без внешнего какого-то давления, и он сам писал о своей жизни. И вот там содержится интересное упоминание о том, что в 19 году он был назначен духовником и настоятелем тюремной церкви в городе Кунгуре. Зачеркнуто число 18, зачеркнуто число 19 и подписано 18. Когда начал исследовать и задался вопросом, почему именно вот такая разница чисел, вышел на такую информацию интересную. В декабре 1918 года Кунгур оставили части красноармейские, и Кунгур стал белым. Вот. Аркадий Ершов, будучи только что полковым священником, вернувшийся с фронта, его, естественно, попросили быть духовником при белогвардейцах. И он был духовником тюремной церкви. Что такое тюремная церковь? То есть это тюрьма, где содержались заключенные красноармейцы. Это очень такой факт его биографии, который для советов был, ну, как бы таким, ну, командой ФАС, так скажем. И поэтому в позднейших биографиях нигде священномученик Аркадий не пишет о том, что он был настоятелем тюремной церкви. Нам удалось раскопать эти документы, и вот благодаря, ну, и на этой выставке все они как бы представлены. Здесь фотографии тюремной церкви, здесь изнутри и снаружи, здесь и вот следственные дела. То есть вот это тюремная церковь сама, да, непосредственно? Да, это тюремная церковь, а это внутренний вид тюремной церкви. Но здесь, если вы видите, это еще дореволюционная фотография, здесь стоят заключенные, здесь стоит начальник тюрьмы, и здесь вот этот вензель Николай Александрович Романов, да, и алтарь или же молебная комната, вот в которой, собственно, и служил священномученик. Какие еще стенды здесь есть, о чем еще можно рассказать? Здесь множество стендов, но начиная с его рождения, и начала священнического пути и до самой его смерти. Ну, например, о начале священнического пути. Ну, понимаете, при подготовке каждого стенда это вот отдельная как бы история. Например, рукоположил его на священномученика Аркадия епископ Петр Лосев. Рукоположил его, когда я начал смотреть, когда же была дата рукоположения, на второй неделе Великого Поста. Когда я начал смотреть биографию Петра Лосева, то узналось, что 30 марта этого года, да, в который он совершил рукоположение, он скончался. И получилось так, когда по документам начал смотреть и узнал, когда была вторая неделя Великого Поста, получилось так, что это была последняя литургия владыки Петра Лосева. И на последней своей литургии он рукоположил священномученика, будущего священномученика Аркадия. Это вот один факт из его биографии. И, допустим, связанный с его служением во время, ну, как бы, гонений, там множество как бы фактов таких интересных. Например, что патриарх как бы его личным своим распоряжением, мы нашли этот документ. Этот документ нам передали из сестры Новотихинского монастыря, он, по-моему, вот представлен у нас здесь на одном из стендов. Это документ, в котором сам патриарх своим письмом, личной росписью, пишет постановление. Его преосвященство, преосвященнейший Аркадий, поручается вашему преосвященству временно управлять Екатеринбургской епархией. Патриарх Тихон. Да, 28 июля 1924 года. Я читал в житие священномученика Аркадия о том, что он
был назначен как раз-таки на кафедру тогда, когда он просто был спутником по приезду к патриарху. Ну, то есть, грубо говоря, он приехал, да, тоже интересный, его просто поставили перед такой интересный факт. Сначала хотели рукоположить, назначить епископом, то есть они провели собрание у себя в Кунгуре, и для противостояния обновленчеству решили назначить священника Коровина. Здесь он тоже есть на фотографии, если мы его поднимем. Вот, священник Коровин. Он отказался, сославшись на свою немощь. И тогда епископ Аркадий поехал к патриарху с членом, с делегатом от собора. И патриарх сказал: у меня нет кандидатов, ты будешь епископом. И такая интересная судьба сложилась. Когда обновленчество у нас появилось, то вот этот вот священник Коровин, пользовавшийся, ушел к обновленчеству и стал обновленческим епископом. И они были оба в Кунгуре. Тот авторитетный был, ну, до революции, так скажем, старенький священник, он был обновленческим епископом, а владыка Аркадий, он стал православным тихоновским епископом. И он сумел вокруг себя сплотить очень сильно духовенство. И вот писал в отчете протоиерей уфимцев обновленческий, ушедший в обновленчество. В 27-м году все приходы Екатеринбурга перешли под домофору владыки Аркадия. То есть вот такой замечательный факт. И уникальный, в общем-то, был пастырь. О его жизни можно много и много рассказывать. Опять же повторюсь, что на телеканале «Союз» выйдет целая серия передач, посвященных жизни и описанию священномученика Аркадия. И, ну, приглашаем всех сюда на Химмаш, в храм священномученика Аркадия, посмотреть замечательную выставку. Уважаемые зрители, оставайтесь с нами. Мы сегодня еще поговорим о святом, память которого сегодня совершается.